произойти у взорванного моста. ГСН, груз специального значения, ГСН, растаяло в мгле. Зампады, не терпящие удобства, умирает на сырой земле. Жаркая, нерусская погода застывает на его губах. Звезды неродного небосвода угасают в голубых глазах. Умирает он, не веря в сказки, сжав в руках разбитый пулемет. И к нему на бедренной повязке вражеский наемник подойдет. Подойдет, посмотрит, удивится, скинет пистолет, прищурит глаз. Скажет, много резал бледнолицых, русских буду резать в первый раз. А в России зацвела гречиха, там не бродят дикие папуас. Есть в России город Балашиха, есть там ресторанчик «Бычий глаз». По субботам и по воскресеньям люди в ресторан идут гурьбой. Среди них идут, держа равнение, парни с удивительной судьбой. Узнают их по короткой стрижке, по беретам типа балахон. И их в округе местные мальчишки называют дяденька шпион. Если где-то гром далекий грянет, в неизвестность улетят они. Пусть им вечным памятником станет проходная возле дворни. Если где-то гром далекий грянет, в неизвестность улетят они. Пусть им вечным памятником станет проходная возле дворни.